И в основном в этом году заканчиваем сезонные работы по созданию парковок на уличной дорожной сети. В этом году уже создано около 65 тысяч парковочных мест. Это и подэстакадное пространство, это и стоянки непосредственно возле метро, и в шаговой доступности от метро, и на вылетных магистралях. Еще в работе где-то около 15 тысяч. Рядом с метрополитеном в шаговой доступности создано более 20 тысяч парковочных мест. Тоже разного назначения. Как вы видите, здесь рядом метро и рядом подэстакадное парковочное пространство создано. Есть другие виды парковок, которые находятся прямо в уличной дорожной сети, либо под, находятся в эксплуатации метрополитена. Всего более 20 тысяч. Мы определились с тем, чтобы и на будущий год также интенсивно заниматься расширением и созданием парковочного пространства. Главный упор будем делать на вылетные магистрали, на перехватывающие парковки, для того, чтобы граждане могли пересаживаться не только на метрополитен, но и на общественный транспорт, наземный общественный транспорт. В целом, до конца этого года будет создано около 80 тысяч парковочных мест на уличной дорожной сети, рядом со станциями метрополитена, остановками общественного транспорта. Что эту работу продолжим еще в дальнейшем.